спустился с самой высокой ступеньки человеческого существования на самую низкую, не только потерял своих дочерей, но и потерял разум. И рядом с ним единственный человек, который может ему помочь осознать реальность мира, осознать то, что с ним происходит, это Шут. И вот эти все люди, измученные, истерзанные, находящиеся на грани между жизнью и смертью, они начинают понимать мир таков, что либо он должен перемениться, измениться, либо эта буря должна его уничтожить, должна расплющить земной шар, как говорится у Шекспира. Но я думаю, дорогие друзья, что мы уже столько времени трудимся вместе, что хватит нам разговаривать, давайте работать. Безусловно, с головой на плечах. Для тебя прикрыты ноги, а крыши нет над головой. Ты обошили дороги. Стоп! Еще раз! Немножко позже начинайте. Да. Вот этой ярости вы отступили назад, понимаете? Между прочим, вы в первый раз видите его сумасшедшим. Вы его ведь не видели сумасшедшим. Все, что он делал, вызывало жалость. Понимаете, но он был нормальный. Это первый раз. Готовы, Йонас? Давайте, звоните. Олег, только получается ореол так. Положите ее более к волосам плоско, чтобы ореол не вышел. Есть. Начали! Просите помилования, слышите? Я не так перед другими грешен, как другими передо мной. Хорошо. Так, конец наследства. Мне понравилось. Валентин, хорошо было. Я сделал все, чем ты меня видишь, и много больше. Трагедия «Король Лир» очень жестокая. Жестокость этой трагедии в силе постановки вопроса о катастрофе, которая приближается к Земле, катастрофа, которая наступит, если люди допустят, чтобы силы зла безнаказанно шла к своему торжеству.
Дон Кихот. Пожалуй, самые первые немые фильмы. Ранний фильм. «Моряк с Авророй» или «Чертово колесо». Тот, который видело наименьшее количество зрителей. «Братишка». Я очень люблю «Юность Максима» и «Возвращение Максима». Я люблю, конечно, трилогию Максима очень. Но, пожалуй, если говорить о самостоятельных работах Григория Михайловича в последнее время, все-таки это «Гамлет». Очевидно, тот, который он будет делать после «Лира». Потому что, собственно, с «Гамлета» все и началось. Вот когда я пришел, Фекс затевал делать «Гамлет» в своей, так сказать, транскрипции. И почему-то вдруг я показался Коэнсу подходящей кандидатурой на «Гамлета». Хотя, собственно, ничего кроме двух-трех слов мы с ним успели сказать. Многое. Работоспособность. Острота ума. Талант, я думаю. У него недостатки есть, их порядочно. Жестокий. Жестокий в творчестве, очень, как бы это сказать... Нетерпимость ужасная иногда просто. Ужасная нетерпимость. Творческая, человеческая. Очень трудно общаться с ним, потому как... Понимаю, что он думает о чем-то своем, какие-то у него свои мысли, какие-то идеи, какие-то заботы. И, так сказать, полного внимания с его стороны никогда не получаешь. Дудки. Об этом я вам не буду говорить. У меня к нему отношение совершенно ученическое по сей день. Лучше быть молодым щенком, чем старой райской птицей. Это вы имеете в виду? А я думаю, что это правильно. Действительно лучше быть молодым щенком. Я надеюсь, что если я и стал старым, то не старой райской птицей. И поэтому до сих пор представляю себя еще молодым щенком. Иначе я представить не способен. И так называемая солидность ко мне так до сих пор и не пришла. Я до сих пор полагаю, что это превосходный лозунг. И сейчас уже только нужно его обратить к самому себе. Видите, в чем дело? Оказалось, что некоторые молодые щенки необычайно быстро обрастают райскими перьями, что их уже не украшает. Я думаю, что уже нам, старым райским птицам, остается заниматься тем, чем, например, всегда занимается Козинцев. Это выращивание молодых щенков. Нам повезло, что мы попали учиться Григорию Михайловичу Козинцеву, потому что... Это было несколько лет тому назад. Я обедал у него дома как раз накануне присуждения ему Ленинской премии. Дней пять назад. Почти год. Он. 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 Он.